Это было в старинные годы, поздной ночью, дорогой лесной, из далекой деревни с прихода старичок возвращался домой. Вот идет он и молится Богу за несчастных и грешных людей. Вдруг ему преградили дорогу, выбегает грабитель, злодей. «Стой! Не с места!» И пастыря взяли, повели далеко в шумный бор. Там разбойники шумно гуляли, там пылал на поляне костер. Привели старика к атаману. «Деньги!» — крикнул, смеясь атаман. «Выворачивай, ну-ка, карманы! Раздели подаянье на стан!» «Ни гроша нет, поверьте мне, братья! Нищим быть я давно дал обед!» Обыскать, перешарили платье, оказалось, воистину нет. Ну а дома богатство какое? Если правду не скажешь, беда, неужели ни гроша за душою? И ответил он им: ни гроша. Хорошо, мы сегодня поверим, мы с добычей, ты старец счастлив, мы гнушаемся щипаным зверем. Но вперед не останешься жив. Братья, я расскажу вам о Боге. Уходи ты, старик, не серди. Привели его снова к дороге и сказали: скорее уходи. Старичок тот домой воротился. Перед сном раздеваться он стал. Вдруг какой-то кружок покатился. Слабо по полу брякнул металл. И встревожился старец: что это? Неужели поведал я ложь? Стал искать и увидел монету. Да, монета, заброшенный грош. И заплакал тут старец: о Боже, я тебе непорочно служил, вечной правдой служил я, и что же, согрешил пред тобой, согрешил. И оделся старик торопливо и пошел к душегубцам леса. Приняла его ночь молчаливо, мрачно висли над ним небеса. Вот уже поворот на поляну, он кричит, задыхаяся: «Эй, проведите меня к атаману, проведите меня поскорей!» Чу, идут, по кустам захрустело: «Это ты все, старик! Уходи, проведите, есть важное дело. Ну, пойдем, но добра ты не жди. Вот костры, вот разбойников тени, пенье, пляски и море вина». Старый пастырь упал на колени. Пир внезапно умолк, тишина. Простираясь к злодеям в объятия, безутешно старик зарыдал: «Виноват перед вами я, братья, я солгал перед вами, солгал. Я служитель великого Бога, вечной истины раб, согрешил. К светлой правде прямую дорогу я других избирать научил. А теперь осквернился ложью, утаил от вас деньги, вот грош. Пусть немного, но истину Божию не цена нарушает, а ложь. Ложь, какой бы она ни казалась, бесконечно ли малой, большой, но уж раз она в сердце прокралась, так и будет царить над душой. О, простите, простите мне это, дайте мир возмущенной душе». Все стоят и глядят на монету. Точно чары таились в гроше. Ночь прошла, уже утро светилось, лес яснел, пробуждался, и вот благодатное чудо свершилось. Перед старцем склонился народ, все разбойники пали, рыдая: «Добрый пастырь, прости нас, прости! Озарила нас правда святая! Научи нас по правде идти». Загорелись зори восхода, и рассеялась тьма
без следа. Это было в старинные годы. Это может случиться всегда. Аминь.